Я приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Рим 2 Total War, RDA, легендарный уровень сложности. И у меня тут, блин, проблемы. Карфаген давит своим флотом. Смотри, у него еще один флот есть. А я как бы уже не силен так уж, чтоб сильно. Есть вариант в Неаполисе перестроить в вот это вот. Но мне нужна древесина. А где у нас древесина? А древесина у нас у царских скифов. В Синопе, конечно же. Где еще у нас древесина? Она у нас вот туточки. В провинции Кельтская Галлия, до которой еще идти надо. Где у нас еще древесина? Она у нас где-то вот здесь. Свебия землерругов. Я с ними вообще знаком. Со свебами. Тьфу, ну, землерругов. Как они там называются, я не знаю. Балбесы эти. Вот эти вот. Неизвестно. Землерругов неизвестно. То есть здесь неизвестные какие-то, здесь враги, здесь враждебная фракция, которую, в принципе, можно было бы и убить. Что будем делать? Начинать войну? Это первый вариант. Второй вариант — мне куда-нибудь отступить там, где уже есть мои... мои постройки. Вот куда? Обратно в Эпидам. Ну, блин, далеко. Как-то. Что я в Неаполисе-то могу делать? Штурмовая Гексера. Ну, давай пока тогда наймем то, что можно нанимать. Пока не буду я опрометчиво так прям войну сразу объявлять. Вот. Пока конец хода, наверное. У меня союзники неплохо действуют, я имею в виду Рим. Конечно же. А Македония не очень. Так себе. Там огребает, по большому счету. Но будем посмотреть сейчас. Я туда уже две армии ввел, обезопасил себя. Одна армия у меня там стоит еще недалеко. Македония. Хочешь, чтобы я вступил в войну? Денег мне дашь? Нет, даже 3000 не дашь. Ну, ёлы-палы. Если ты 3000 даже не можешь дать, то о чем разговор? Разбирайся сам тогда. Вообще, все меня просят, чтобы я скифов начал мочить. Ну, блин. Ребят, я и так воюю дофига с кем. И на севере враги затаились. Бибракта. Около Бибракты арвернская армия еще одна. Бибракту, я думаю, что возьмут норики. Я вообще не против. Что? Ты на меня нападаешь, что ли? Ну ладно, давай. Я никогда не против. Это, конечно, флот. Но здесь нету арты. И, в принципе, у меня корабли тяжелее. То есть даже они подплывут, я успею их протаранить. Главное не провтыкать. Паузу нажму, войска расставлю. Поехали. Сейчас только последний момент. Надо вот так, да. Да, я с тобой, чувак, с тобой. Походу, у меня полководец помрет, блин. Давайте только потопите их, пожалуйста. Что такое? Киты какие-то дохлые. Ну что, среагирует он на него? Реагирует. Ой, блядь, попал. Вот так, значит, да? Ну ладно. Есть контакт. Так, здесь всех потопил. Ну, потому что у них корабли слабее, просто тупо слабее. Ну
А этих увел за собой. Ну и хорошо. Так оно мне легче будет. Тунс. Ух ты, взорвался аж нахрен. Пополам. И все орут. Классно. Тик. С этими как-то просто получилось, потому что отвлек очень много народу, потому что они с одного тарана лопаются. А, все что ли, убили его? Да, его расстреляли, к сожалению. И продолжают даже за убиенным гнаться. А этого тоже расстреляли, да? Ну я уже тоже тут расстрелял. Я уже тоже расстрелял. Давай, давай, убивай его окончательно. Тут ух, есть контакт. Теперь вот этого. Поворачивай, да, вот так. И достреливай. Вы стреляете оба? Они как-то так по флангу берут. Боюсь, что мои кораблики могут не дострелять. Сейчас в упор прямой наводкой должны попасть. Что такое? Куда он стреляет? Хера себе. Далековато, не? Понятно. Сними его. Всех убили здесь, да. Здесь всех убили. Все, да. Героическая победа. Ну, другое дело. С таким-то флотом разобраться довольно просто. Да, пожертвовал двумя своими бомжами, но они копейки стоят, сами знаете, плевать. Ну, с флотом всегда сложнее сражаться, конечно, да, чем с грузовыми кораблями, но... Тем не менее, все равно возможно. Очень даже эффективно. Так. Пока. Сейчас я буду нанимать тогда обычные кораблики. Пока что мне хватит. Я имею в виду не арту. А арту надо беречь. Так, Сиде. И коней. Да ладно. Капец вообще, не понимаю, что там у Македонии не ладится. Вроде сильная фракция. Я так понимаю, что от Македонии мне не стоит ждать каких-то сильных. Трапезут, мирный договор. Ну ладно. Хорошо. Трапезунт хорошо, пускай мирный договор будет. Первый флот, морские традиции. Давай, посмотрим. Ранг 5. Это кто? Это Гнев Бинда. А, Трапезунт заключил мир со мной и атакует Никомедию. Ну ладно. Если заберешь Никомедию, я ее себе заберу. Я дотягиваюсь до Никомедии? Да, вполне. Так, строительство построилось, что-то заключен мир с Трапезундом, мне вообще плевать, я их сразу размотаю. Как только, блин, они возьмут Никомедию, я их сразу размотаю. Песинунд по-прежнему принадлежит македонцам. Я могу ли проатаковать Сиде? Нет, не могу, к сожалению. Могу я вот сюда уйти? Нет, не могу. Просто подвигаемся чуть-чуть. Сколько процентов засады здесь? 55, вот хорошо. И становлюсь в засаду. Так, извините. А, пока так. Что тут происходит? Киренайка тут что-то... Че ты тут? На тюрлих. Вот так вот поступим. Здесь... Просто, чтобы хоть какой-то набор шел. Что-то я совсем забил на эту армию. И ярость у меня, кстати, тоже.
моя. Кто это у меня здесь? А, агент, агент у меня получил. Дай-ка я ему крита добавлю, наверное, да? Это что у нас? Манипуляция принуждения? Не, я крита ему добавлю. 76 лет ему, ёперный кивастос. Ну-ка. А, что я сделал? Давай. Траванил вот этих ребят. На 76 лет все равно ничего больше сделать не может. Хорош. Так, теперь. Есть нападение. Ночную атаку могу сделать, кстати, даже. Поможет? Не. Так, нет, что-то много слишком. Дай-ка я подведу вторую. Подведу вторую армию вот сюда. И Лилибей будет мой. Вот так. Просто забираю его и все. Борька. Отлично. И империя повышаю. Число диктов 2. Ну, у меня и 2 и было. Соглядат. Да? 2 же? Да, 2 из 2. Теперь я могу еще больше агентов нанять. Прикольно. Так, стоп. Вот так вот. Здесь сплошное земледелие, короче, будет. А вот это что, лирийские разбойники? Короче, для этого. Для гарнизона, да? Не, я снесу это нафиг. У меня вся Великая Греция будет. Пища, все регионы, доход из земледелия, сельское хозяйство. Хотя вот это можно снести, наверное. Я вот не уверен, распространяется ли вот эта канитель. Вот кто знает, скажите мне, распространяется вот эта канитель на всю провинцию? Доход из земледелия, сельское хозяйство. В общем, пока так. И какие наши дела дальше? Карфаген надо брать. Блин, ну его может сейчас взять флот, что ли, римский? Нихера себе он тут наделал, говна, блин. Что ты с этим всем делать будешь, интересно? Коралис тоже хочу. Нет, я не против, если Рим возьмет, пожалуйста. Как говорится, только рад буду. Дальность стрельбы, очки здоровья всех кораблей, броня всех отрядов. Вот так вот, хорошо. Истинного воина делаю. А это что такое? Атака ближнего боя всех отрядов? А зачем такое? Поцелуй меня в топор. Народный герой, поцелуй меня в топор. Не надо тебе такого. Тик. Деньги-то есть хоть чуть-чуть? 1200, блин, много. Много. Куда я уже потратил все, блин? Офигеть. Что я могу нанять? Я хотел нанимать флот. О! Подождите-ка секундочку. Так я сумасшедший, да, по всей видимости? Смотри. Он вообще не пишет, что дает гарнизон. Да, я по всей видимости с ума сошел. Я, короче, все могу нанять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12. Ну и все. Единственное, что я не могу нанять, это этих моих бомжей любимых. Кстати, вот, блин, как я простоволосился с этими, со свебами, а вот нет, на флоте все правильно. Дальность у баллисты корабельной, конечно, больше намного. У анагра какая-то маленькая дальность. Я уж не знаю, с чем это связано, но... Короче, я офигеть. Посмотрите свебов потом. Я так вообще занубил с этими анаграми, но теперь знаю. Теперь буду проверять по 300 раз, блин. Так. Прокачался дядька. Политику еще. А, у меня, кстати говоря, можно нанимать еще соглядатаев-воителей. А я все потратил на эти, на корабли, да?
Давай-ка я все-таки один кораблик тогда отменю, поставлю какого-нибудь. Вот у Вольтери Саглядатая, например. А он денег еще стоит, что ли? Да ёперный кипостос. Не везет этому гоплиту, он никак не наймется. Так. Кто у нас тут самый классный? Вот этот вот яд. Самый молодой и отравитель вообще. Он какой красавчик. 29 лет ему. А остальные сколько им лет? По 40, что ли? Непонятно. Ладно, продолжаю здесь тогда. У меня 200 монет осталось всего. Блять. 200 монет никуда не годится. Это моя провинция, да, поэтому я ее тоже не буду грабить. Плохо это. Провинцию плохо грабить. О, Бурдигала, кстати. Это массалийский город, и мне его надо взять, пока эти не взяли. Мне на этой стороне флот тоже пригодится. Тик. Спрячу от агентов. Хотя че его прятать? Давай-ка подойди поближе просто. И засуну вот агента внутрь. Вот этого. Раз. А этого сюда. 1, 2, 3, 4. Да-да-да. И где-то я видел еще одну армию арвернскую. А, вот она. То есть он просто вот так вот. Могу ли я ануриков склонить к тому, чтобы они напали на арвернов? Greetings, friend. I've called for good ale to ease your throat and... Капец, я давай ее. Низкий, то есть совсем не хочет, да? Обсудить выплаты, предложить. У меня денег-то нету толком. Может быть, если бы я заплатил хорошо ему, он бы и согласился. Ну, у него он не дойдет. Я вот сюда пошлю сейчас агента своего. Никуда он не дойдет. Я ему устрою, блин. Тик-тик-тик-тик-тик. Этот агент почему-то как-то ничего не хочет делать. Ладно, так, какие тут дела? Это я уже походил или что? Да, это я уже походил. Это мне надо уже, короче, заканчивать ход, я так понимаю. Ну ладно, тогда последний взгляд на все мое добро. О, нифига себе тут. Нифига себе тут ярость. Всякая штука. Это кто? Борька. Это наш чувак. Борьке мы истинного воина дадим. Копейщики. Это кто? Агир. Агир чей? Наш. Так. Агир, агир, агир. Ему дадим... Ну, надо ему дать. Ужас. Хорошая тема. Так, теперь здесь... Это кто? Бойкин. А Бойкин чей? Бойкин тоже наш. Бойкину дадим стратега. Вот так. Хорош. Политика. Что-то, блин, падает дальше. Капец. Что за фигня вообще? Крошечное влияние партии заход. Надо империю уже увеличивать, а то что-то печально. Кстати, я могу еще один флот сделать. Еще один флот мне помог бы. Так, римляне что, пришли сюда? Будут всаживаться на Карфаген? Было бы здорово. Блин, нифига они понанимали, просто атас какой-то. У них империя очень большой, что ли? Сколько? 10 тысяч? У меня сейчас лицо вытянулось, вы не видите. Окей. Я первый раз такую фигню вижу. Как бы, ну, предлагают. Ладно. Окей. Пускай так будет. Я пока займусь другими делами. Мы ж потом вернемся. А если их захватит Рим, то я тоже не против буду. Какая разница? Мне это все засчитают в победу.
Сейчас тогда я смогу эти армии спокойно высадить и отправить на помощь захватывать Испанию. Абсолютно не против. Это что такое еще? Нормальный человек вообще? Высадился, блин. Тут что-то происходит постоянно. Киренайка, куда ты плывешь? Что-то происходит непонятное. Пибракту взяли. Хорошо. Это очень хорошо. Пиктоны, мирный договор. Окей. Вообще не против. Чего вы все пообсирались так резко? То сначала войну не пообъявляют, потом такие, не-не-не. Окей. Мы не против. Вражеское войско высадилось. Да, я в курсе. Блин, все поумирали, а. Так. Цирка. Цири, блин. Ты кто вообще? Вражеская армия. А могу ли я его того? Давай-ка попробуем. Я могу попробовать заказное убийство сделать на предмет предательства, что ли? А что, у него хитрости мало? Да как-то... Это дотягивается? Не, не дотягивается. Ну давай. Блин, 13% так мало. Давай. Придурок. Так, у меня здесь есть вот чел. У него хитрость вообще 5. Про него забыл, блин. Надо было сразу им пробовать. Есть. Вот и все. Высадился он тут, понимаешь. Никто не высаживается у меня просто так. У меня 20 тысяч, гляньте-ка. Охренеть. Так, а что я посносил, наверное, да, всякого? Да. Посносил всякого. Даже не знаю. Пускай так будет. Хоть какой-то... Блин. Вот так лучше. Ну что? Карфаген пустой, Коралис... Так, Алалия, ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... Так, 12. Ну и штурмовые эти вот штуки будем делать. Офигеть, какой флот у меня будет, да? Ой. Так, и что тут на этом фронте? Исинунд по-прежнему македонский. Как ни странно, блин. Сиде. Дотянусь? Да, я дотягиваюсь до Сиде вполне. Че ты тут в натуре? Вали отсюда, вонючка. Мне для победы надо прибрежное поселение. Все. 1000 монет ни о чем, конечно. Свалил. Вот так. Так, Сиде. Это что такое? Сносим нафиг. Ладно, пока так, хорошо. И сколько у них осталось? У них, походу, последнее поселение осталось. Вот это вот. Не сильно крутое, да? А, ну он от меня убежал просто, я понял. Ну так я тебя все равно поймаю, говнюк. Ты же все равно никуда не денешься. Так, куда ты можешь доплыть максимум? Ой, много куда. Много куда может доплыть. Так, он может доплыть куда-нибудь сюда. Я, наверное, вот сюда вот встану. Забьется в угол куда-нибудь. Так, на этой части, по-моему, все. Ну, этот грабит и грабит. Как бы...
Хотите напасть, нападайте, пожалуйста. Я еще один флот могу сделать. Эти две армии, кстати, надо бы уже высаживать тихонько. Ну, хотя бы одну ярость. Вот, например. Где тут поблизости флот Массилийский есть? Да, особо нету. Вот это что такое? Вот как раз... А, это грузовые суда. О. И много здесь грузовых судов. 15. А у меня что здесь в провинции? 4 кораблика и 8. Угу. Ну, даже не знаю. Если он с моря пойдет на меня, что я буду делать на этот счет? Что я буду делать на этот счет? У меня воины иллирийских племен, иллирийские новобранцы, иллирийские гоплиты, 3 отряда. Давай я соберу армию знатных иллирийских гоплитов. Засуну сюда. Может быть... Так, греческая баллиста. Кто дальше стреляет? Ну, баллиста, конечно. Давай, мне пригодится баллиста. Пригодится еще один гоплит. Вот. А вот эти граждане. Что я тут могу из наемников нанять? Ну, всякое разное. Надо бурдюгалу брать. У меня есть бомжи, которых я хочу объединить. Потому что они меня достали уже. Бомжить. Ой. Копейщики. Так, давай-ка. Найму я здесь наемников каких-нибудь. Сейчас только секунду герою присвою силу. Да блин. Силу. Найму наемничков. Ну, например, разбойников, наверное, да? 39, 23, да, разбойников. Вот так. Ну и пошли. В атаку. Мощно, мощно, конечно, согласен. Первая победа. Я могу еще вторую армию подвести. Наверное, стоит мне это сделать. Почему бы и нет? Давай, подходим. Все. Бурдигала перерезает окончательно Испанию пополам, да? Точнее, отрезает остальную Европу от Испании. Теперь можно вот эту армию на быстром марше, собственно, вернуть обратно в Толосу. Вот так. Что у нас в Бурдигале? О, греческие всякие постройки. Подожди, подожди. Стоп, стоп, стоп. Вот так, хорош. Это сношу, это оставлю, это... Подожди. Что это даст? Гарнизон или риские гоплиты. Вот так, неплохо. А это что? Опыт всех новых агентов. Оставим. Вот такие пироги. 1000 монет у меня остается. С этим мир заключил, эти начали тут кого-то захватывать. О, кстати, карту-то пооткрывал нормально. Значит, вот здесь у меня враги, да? Здесь Массилия. Тут чуть-чуть Массилии. Я бы с арвернами на самом деле мир заключил. Хотя мне еще таракон нужен. И вот это, наверное, мне пригодится. Наверное, всю Испанию забрал бы. Отчего нет. Так, и надо как-нибудь что-нибудь мочкануть. Как у меня здесь происходит. Ладно, конец хода пока. Давай посмотрим, что нам. Подожди пока. Подожди пока. Разбирайся пока сам. Так, а они тоже воюют против Массалии, да? Хм, интересно. Интересно.
Просто рассчитывать на искусственный интеллект, блин, иногда не стоит. Что у него какие-то свое видение, он как-то странно вообще воюет, может торчать на одном месте 3 часа, а потом сорваться с места как больной. Нам нет. Арверны тут хозяйничают. Василия. Он уплыл вообще, не стал, да, ничего делать. Чего? Че за угар? А, и коней забрали македонцы, да? Понято. До свидания. Бил мне коня, вот сволочь. То есть разобрались мы совместными усилиями с Пергамом, по всей видимости, не будет больше Пергама. Конечно, давай торговать. Деньги пригодятся. Норики разбегались. Идите, захватывайте этих придурков. Вы что, мир с ними заключили, что ли? Ага. Ага. Сейчас у меня что-то заберут, наверное. Скорее всего, Акинг у меня заберут. Вот я почему-то так думаю. Скорее всего. Нет, нет, ничего. То есть меня как-то так плавно переключили на север, да? Опять. Вдруг. Повышение ранга Тита. Пергам уничтожила, да. Блять, вы задрали, все деньги у меня отнимете. Запретите усыновление, нафиг. Никаких усыновлений. Армию в гарнизоне, флот разбит. Это что вообще? А, это напали на меня пергамцы, я понял. Это на меня пергамцы напали. Я еще дофига чего могу нанять, кстати. Видите, кучу агентов, кучу армий. Вопрос, где там у меня эти козлины? Вообще не вижу нигде поблизости их на самом деле. Зачем они мне нужны? Вот реально, они мне вообще не нужны. Мне вот может быть только вот это вот. Регион Монс Региус нужен. И вот этот регион Алабу. Больше мне вообще ничего от них не нужно. Абсолютно. Потому что мне нужны только прибрежные поселения. Я бы с ними мир заключил, с теми дебилами. Где они вообще, конфедерация козлина эта? Сюда. А, то есть я могу с ними, в принципе, договориться, да? Ладно, окей, на этом я закончу серию. Всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот, это Рим 2 Тутлор, RDE, легендарный уровень сложностей. Не забывайте про лайки, подписки, если кто не подписался. У меня еще группа ВКонтакте есть на главной странице, ссылка. И всем пока.